Как любая хозяйка, я хочу, чтобы дома было не только чисто, но и безопасно. Как сделать уборку быстро и при этом эффективно? Ответом для меня стала паровая швабра Kitford KT1011-1. Принцип работы паровой швабры основан на воздействии пара на загрязнение. Высокая температура пара позволяет растворять грязь, а тряпка собирает ее остатки. Пар эффективно борется даже со сложными загрязнениями, например, с жировым налетом. Вам не понадобится едкая химия. Это особенно важно, если в доме есть маленькие дети, домашние животные или люди, склонные к аллергиям. Важный момент. Используя паровую швабру, вы одновременно дезинфицируете поверхности. То есть уничтожаете практически все патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. Швабра не требует сложной подготовки к работе. Необходимо прикрепить тряпку ко дну щетки, моющей стороной к полу. Затем налить в резервуар 220 мл воды комнатной температуры, вставить вилку в розетку и нажать кнопку включения. После этого загорится индикатор нагрева в нижней части мерной шкалы. Как только швабра начнет выдавать достаточное количество пара, вы можете приступать к уборке. Обычно это занимает не дольше 30 секунд. В комплект входит рамка для ковра и две тряпки для пола, которые, кстати, не оставляют ворсинок и разводов даже на темных поверхностях. Но, на мой взгляд, главным преимуществом швабры можно назвать легкость. Весь прибор весит менее 1,5 кг. Заботиться о чистоте в доме станет значительно проще вместе с паровой шваброй Kitford KT1011-1. Попробуйте, вам обязательно понравится.